Черепашки-ниндзо – вымышленная команда из 4 черепах-мутантов, которые обучаются искусству ниндзюцу со своим сенсеем, крысой-мутантом, мастером Сплинтером. Устроив свою базу к канализации Нью-Йорка, они сражаются со злом на улицах города. Право на черепашек-ниндзо с 1987-1989 годов принадлежали Кевину Истмену и Питеру Лэрду. С 2001-2009 года принадлежали Питеру Лэрду. С 2009-2017 годов принадлежали Nickelodeon Animation Studio. Их создали два художника – Кевин Истмен и Питер Лэрд. Осенью 2009 года права на персонажей комиксов о черепашках-ниндзо были выкуплены телеканалом Nickelodeon. Черепашки-ниндзо впервые появились на страницах графического романа, изданного Mirage Studios в 1984 году. Идея о черепахах-мутантах появилась у двух друзей, Кевина Истмена и Питера Лэрда, одним вечером, когда они вместе рисовали комические рисунки. Взяв денег взайму дяди Истмена, молодые художники сами издали первый выпуск комикса, который по начальной задумке должен был быть пародией на 4 популярных комикса 80-х «Сорвиголова» и «Неомутант» от Марвел, «Черебус» от Дэйва Симайрони над Фрэнка Миллера.